Эх, Армен, не нравишься ты мне. Что ты такой грустный? Ну, подумаешь, ушла. Женщины стали другими, они не хотят жертвовать собой ради семьи. А может, они правильно поступают. Она тоже жертва. Ну, имей в виду, я уходить не собираюсь. Такой радости ты от меня не дождешься. Если меня не будет, кто тебе будет накрывать такой стол, а? А Лена права. Такие мужчины, как мы, одни не остаются. Армен, еще чай? Налей, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуй, Арменчик. Сынок, ты будешь ужинать? Нет, спасибо. Опять с этой дрянью гулял. Связался дурак с разведенной женщиной. А чего вы переполошились? Взрослый парень сам разберется.